Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер. Несмотря на то, что сегодня понедельник, день тяжелый, я безумно счастлив, что вы смогли прийти сегодня на наш концерт. Спасибо вам огромное. Это дорого стоит. Спасибо. В первую очередь хотел бы поблагодарить клуб Алексея Козлова за предоставленную возможность сегодня здесь выступить. Также, что еще? Что все очень хочется много всего сказать, но прям не хватает слов. Анекдоты. Но мы потом обязательно все вместе пообщаемся после концерта. Надеюсь, что наша музыка даст вам положительный заряд энергии в начале недели, на последующие недели, недели, месяца. Я очень на это надеюсь. На продуктивную работу. Вот, так что спасибо. И без лишних слов, я думаю, что мы сразу начнем. Играем одним сетом. А помогут мне в этом замечательные, потрясающие музыканты, друзья и соратники. Алексей Беккер, ударные. Аплодисменты. Владимир Нестеренко, клавиши, флейта. Yes. Алексей Максимов, бас-гитара. Николай Куликов, электрогитара. И медная секция. Роман Соколов, тенор-саксофон. Павел Скорняков с водичкой. Альт-саксофон с водичкой. И Салман Абуев, труба. Вот таким составом бомбическим мы начинаем. И первая композиция называется «Harmony», что в переводе означает «гармония». Thank you.
что же, двигаемся дальше. Сейчас прозвучит баллада под названием 100 Ways of Love. Thank you.
наши дни, и мы продолжаем Arabian Reflection. Thank you.
Как настроение, друзья? Отлично. Классно. Тогда мы продолжаем дальше. Следующая песня называется «A Lovely Song». Очень незамысловатое название. Просто хорошая песня. Как оказалось бы. Thank you.
Павел, господи, соло, аплодисменты, Павел Скорняков. Двигаемся справа, дальше. Крайне справа, девушка. Следующая вещь называется Disco Map. Слово диско, друзья, будем сейчас все танцевать и плясать. Давайте не одновременно и танцевать, и плясать. Не сковывайте себя, пожалуйста. Disco Map. Танцуют все. Thank you.
нашу балладу «Stay», название «Stay», «Останься». «Stay», пожалуйста. «Stay», «Останься». Двигаемся дальше. Следующая композиция называется Moonquake, что в переводе означает лунотрясение. Да, я думал, если вот существует землетрясение, почему бы и не быть лунотрясением? Поэтому постараемся исполнить такую
интересную космическую лунную тряску. Окей, Moonquake. Thank you.
что, друзья, как у вас дела? Давайте немножко пообщаемся на какие-то технические детки. Сейчас у нас Slow Burner. Сейчас будет очень красивая баллада, написанная для трубы. Салман сейчас ее исполнит. Slow Burner. Вы готовы?
стремительно движемся вперед. Сейчас прозвучит итальянская песня, которую я написал очень-очень давно, и вот мы решили ее включить в нашу программу. Тоже все гениальное просто. Название композиции «Чао» всем вам известное и знакомое, привычное итальянское. Кстати, каждый может понять это по-своему, потому что «Чао» в итальянском языке — это как «привет», так и «пока». Поэтому каждый для себя, наверное, поймет это по-своему. У кого-то это будет «привет», у кого-то будет это «пока». «Чао». Или у кого-то «пока привет», да? Да нет, наверное.
Grazie. Дальше у нас идет Tempestade. Это слово, название этой песни вобрало в себя английский язык и португальский. В переводе вообще это слово означает слово «бурный». По-португальски, соответственно, звучит как-то «tempestagi», или как-то так, я не буду, конечно, сейчас выпендриваться, но я совместил это вот с английским словом «tempestages», по-моему, если не ошибаюсь, и получился такой симбиоз «tempestade». Павел Скорняков, альтсаксофон. Прошу, любите жаловаться.
Татьяна, мы прям с вами так стремительно идем. Кайф. Супер. Как настроение, друзья? Yes, rock'n'roll. Ну что ж, мы вот уже потихоньку приближаемся уже к концу. К концу нашей программы. Learn to fly. Композиция называется «Учиться летать». Learn to fly. Saxophone.
Сыграть программу и исполнить блюз. Так что мы сейчас попробуем спеть блюз. Я даже выйду из рояля, чтобы лучше вас всех видеть и слышать ваши аплодисменты. Спасибо. Так, попробуем. Блюз под названием Take the Rain Away Tonight. Друзья, что в переводе означает? Так, что с микрофоном? Меня слышно, да? А то немножко что-то тут. Контакты отходят. О, господи, пустые бутылки. Что происходит? Почему они пустые? Ну что ж, погнали. Темп. Алексей. Дай попить. Дал попить. Так, слова. Шпаргалка. Друзья, все сырое. Хорошее вступление. My life will be
Спасибо. На этом все. Спасибо.